да, на автомобиле управляли? Ну, получается, да, сидел за рулем. Мы подозреваем всего лишь, что вы управляли в состоянии опьянения. Будем предлагать вам пройти освидетельствование. Как на месте, так и медучреждение. Все понятно? На месте будете проходить освидетельствование? Ну, конечно. Что, куда деваться? Дуйте, пока я вас не остановлю. Еще. Не-не-не, не прерывайте, стой. Надо сразу выдох сделать. Беспрерывно дуйте. Не торопитесь, дуйте еще. Не прерывайте, стойте, все, стойте.